Верите ли вы в то, что Владимир Путин сделает прививку от коронавируса? Наверное, верю. Потому что он президент, должен показать пример народу. Может быть, он привьется и импортный, но, может быть, скажет, что отечественный. Так что не знаю. Ну, не знаю даже. Наверное, да. Почему? Потому что это самый простой, наверное, способ для него быть уверенным, что в будущем не будет заражения. ВОЗ рекомендует нашу вакцину, поэтому ей привьется. Хотя, учитывая, где он сидит, ему это, в принципе, не обязательно. Но он и так в изоляции там где-то находится, поэтому зачем? Ну, как бы, не почему? Я думаю, что будет прививаться, почему нет? Ну, пускай прививается, я считаю, но почему нет? Только, я говорю, мне не факт, что это поможет, мне так кажется. Конечно, мы во все верим, непременно. Я больше чем уверен, что информация в СМИ об этом точно появится. Потому что, ну, раз дочка привилась, значит, отец, само собой, тоже будет привит. Нет, не верю. Почему? Я не верю, что он дочери своей позволил сделать. Ну, потому что пока еще непроверенная вещь, и непонятно, какой будет результат в долгосрочной перспективе от этой прививки. То есть она не изучена еще. Как можно, ну, подвергать себя здоровью, еще не знаешь, как это может аукнуться. Ну, вы знаете, я достаточно долго живу. Поэтому мне, наверное, тоже не обязательно. Что будет, то будет. А Путину, наверное, надо. Президент все-таки. Верить можно в Бога. Вот. А что он? Может и привиться, конечно. А может и нет. 50 на 50. Поэтому, конечно, опасаться-то надо. Вот маски, все это правильно. А Владимир Владимирович пускай перед Богом отвечает. Ему есть за что ответить, кстати. За многое. Россия большая страна. И не все в ней счастливы.